Швы. Ну, не знаю, лапы. Они его не учили. Вдобавок ко всему, тоже она... Я бы сама ее дрессировать. Дрессировал швы. Так, что он пищал, визжал. Красавец. Жестоко. Красавец, швепс. 9 месяцев, да? А? 9 месяцев? 9-10. Сын с невесткой не посоветовались, ничего. Я их выгнала сейчас. Они уехали и не забрали собаку. Говорю, заберите собаку. Приехали здесь, кое-какие вещи забрали. Разрешилось полиции забрать. Вот. Она около машины крутилась больше часа. Они сидели в машине и не открыли ей. А, это вы говорите ей просто, это же мальчик, ему. Ему, швепсу. Не открыли ему. Швепсик. Да ты, Малфонс, да какой хороший. Да, да до чего ты хороший. Только... Да сил моих нет какой-то родители хороший. Родители плохие у него достались. Ну, скажи, да. Не пове... Ну, что, боится, что сейчас заберут, боится. Трясется, ну. Пошли домой, пойдем. У вас, да, если участок, то вообще красота. Нет, участок не совсем не огорожен, ворот нет. И он выходит. И он гуляет. Сейчас иду, женщина говорит, это ваша собака. Я говорю, моя. Надо что-нибудь вот повесить, номер телефона, потому что потеряется, это же все. Ну, он вот сколько уже, неделю, никуда не уходит он. Молодец. Где-то здесь погулял, зову его. Да, он тут же летит домой. А если... Понимаешь? Нехороший, добрецкий прям. Он, когда его привезли, он так хотел вырваться из питомника. Он готов был, не знаю, только бы уйти. И пришел. Он... Вот, ну, знаете, когда дети сироты. Вот... Ну, да. И ты вот сиротка. Он точно так ты же. Ты сиротка. Мне 8-10. Я... Я вот сейчас вышла с ним без палки, так я хожу с палочкой. Пусть знаешь, он...